Берите квест. Сбегайте сюда. Босс. Я линканул квест, кто может поиграть. Смотрите аккуратно, там босс не агрить. Сейчас одно тело добираю и погнали. Пекнешь в танках. Снодарский. Все, молодец, красавчик. Еще тогда ДД-шник доберу одного. Тебя меточку поставлю. Душу на струсишке. Сумоньте там. Кто далеко, ты не можешь сам добежать. Добегаем все дружненько. Балбиск. Хант. Так, здесь ничего сложного, танки. Смотри, первая фаза у тебя, ты стоишь, все вот здесь мы стоим. Приоритеты ДДшникам, РДДшникам убивающие шипы. Земли, огня, воздуха. Их фаз 100% заливать. Потом сбивается, ну, пуржится. Шаман у нас назначен на пуржение. Ему помогают петами локи. И поддерживают также остальные шаманы. Потом перефаза. Идет жуки. То есть напуливают на танк, на танков. Стоим все в одном фрейме, никто не бьет босс. Все бьют жучков, заливают. Потом перефаза. Появляется лужа, появляется один шип. Танки всегда по КД выводят из лужи. Прям 100% таунтить. Его надо постоянно таунтить, таунтить, таунтить. В это время все спуржится. ДКшники роги сбивают косты шипу на перефазе по КД. Ну, я думаю, здесь ничего сложного. Половина было. Забьем сейчас. Сейчас он делает круг и агрить. Бафнулся пока что. ДД, РДД в один фрейм, чтобы шипы не разлетались везде. Ну, ДДшники под боссом, а РДДшники чуть в стороне. Чтоб хилы не проседали на вас. Геры по КД даете. Скажи, из-за чего массакр. Так, кто ролит на оффспеке, пишите в дискорде, чтоб я чат здесь не это, не прыгал, не смотрел. А что там падает толкового? Там три не падают, которые апаться будут. Щиты всякие. На танка что падает? На танка три не падает, на танк щит падает. А на ретрика что падает? Там есть какие-то ДДшные тренинги. Ну, видишь, ну, нормально здесь вот, более-менее. Я просто хуй знает, на кого ролить, на ретрика или на танк. Ну, чуть нужнее, на того и роль. Ну, короче, ретрик мейн. Это ой, танк ромбик, который... Ну, напишешь в это в дискорде, чтобы ты не парился. Чтобы я хлоп посмотрел, а вот ты сказал, я ролил на того, вот я посмотрел, ага. Все, танки, ловите босс. На пол на танк. Чуть поближе подведите. Все РДД, ДД в шипы быстрее. Геру дайте. Все дружненько заливаем шипы. Босс никто не бьет. Кстати, пуржим, шаман. Шипы быстрее заливаем. Геру и тотемы на ману. Все отдавайте постоянно.
так и не забываем поржить. Шипы быстренько залили, ДДР, да. Приоритет шип земли. Шаман, который я тебе назначил на поржень, ты можешь не бить, ты можешь чисто поржить. Остальные тебя поддерживают. Чем быстрее шипы умирают, тем быстрее умирает босс. Чё шип залить? Геру отдавайте постоянно шамана. Быстро заливаем. Босса никто не бьет, кроме танка. Все вливаются там. Шипы. Почему Геру не дается? Шаман, дайте Геру. Шип залейте под босса. А что за Гера такая каждую минуту куда? У меня вообще баф даже не висит на Гере. Может, альянс? Может быть. У нас 5 шаманов, они по-разному могут давать Геру. Там все равно сейчас люди будут падать, умирать. Постоянно Геру надо взять. Чтобы ДПС по боссу, фул ДПС в шипы. Никто босса не бьет. Вообще ни капли ДПС не бьет. Пока шипы не зальете. Потому что сейчас перефаза будет у нас в шотнице. Быстро шипы заливайте. Все шипы залейте, потом только больс. Это таунти друг с другу там. Покучнее стали. РДД поближе к этой. К боссу подошли. Сейчас будет перефаза на пол в танков. Все, заливаем АУЕ покучнее, РДД, хилы к нам сюда. Чтоб вас не шотнуло и жуки не бегали. Сейчас танки будут, будете водить. Сейчас появится лужа после каста его шнева. Из нее надо вам быстренько уводить. А ДД, РДД должны быстренько заливать шипы. Там будет один шип появляться. Вы таунтите по КД, если кто-то умирает, встает, бежит нам. Поверить никого не будет. Танк вас будет шот, там смотрите, когда много стаков, прожимайтесь как можно. Умер, встал, побежал. Покучнее станьте быстренько, сейчас, потому что шип появится, чтобы он далеко не был, чтобы его сразу заливать. Танки сейчас будет скоро лужа. А чё, блядь, совы тупорылые настолько ли, что сова? Да не можешь не слышать ни хера. Ну, без лута. Все, из лужи выводим, шип заливаем. Танки таунтить его в КД из лужи. Шаман, стаки не забываем поржить. Роги сбиваем и ДКшники из касты шипу. Не сбивайся с касты, босс захиливается. Танк шотнулся, встал, побежал. Другие взяли с него. Все, добили шип, перебежали к танкам. Уведите чуть подальше от круга сейчас, потому что за агрем появится. Ведете все по одной, ну, часовой стрелке, против часовой. Куда начали вести, туда ведите. Таунчите по КД, танки. Из лужи все выйдите, коровы с меткой, выйди из лужи. Тащить его сюда, от лужи. Медведь, ты меня слышишь? Не надо в лужу его заводить, от лужи тащите. Желтый круг, туда нельзя водить его. Шип заливаем РДД и ДД. Стаки пуржим. Таунтить его по КД прям стопроцентно.
подальше вот там от шипа. Ведите, ведите, уводите. У тебя танки специально в лужу заходят, если что. От лужи его уводите. Вот ромбик куда бежит, туда его уводите. Еще быстрее вы из лужи уводите. Таунчите. Уржите стаки. А, Красноярский встал, добежал. Почему ты лежишь? Открываемся в босса пока что. Гера, давайте по КД. Люди падают. Шип. Шип быстро заливаем. Ребят, здесь ничего сложного, здесь чисто. Вывел из лужи, убил шип. Вывел из лужи, убил шип. Косты и пуржини, все. Больше ничего здесь не надо. Все, дальше вливаемся, босс. Далеко его не ведите, пока нет ложи. Рага, успокойся, все нормально. Босс потихоньку умирает. Умирает. Шип быстренько заливаем. Танки выводят из лужи, его быстрее выводят из лужи. Выводят в ту же сторону, в которую вы вели. Все. Здесь ничего сложного. Выводим, выводим из лужи его. Танки таунтите. Куда вы его ведете? Выводите из лужи в другую сторону. Вы его должны таунтить постоянно. И вести в одну сторону. Из лужи быстрее выводить его. Танки, определитесь, вы в одну сторону ведите. Вот посмотрите, куда метка идет, куда его выводить. Стаки пуржим быстрее. Шоткает. Людей. Танки, вот вы взялись в одну сторону вести, так ведите его в одну сторону. Не надо его в другую выводить. Медведь меня слышит? Плюс чат. Все, понял. Остальные танки меня слышат? Слышу. Быстрее забрали шип. Хилам, дайте гимны на манам. Заливайте им инеры. Это последняя пати. И предпоследняя. Далеко не уводите танки, пока лужи нет. Быстрее шип заливаем, больше ДПС в шип. Теперь в босс переключились. Крога не сагрить. Танки, вы должны все в одном фрейме быть. Просто ведите все в одном фрейме и все. Шо ты танков, блядь, значит ДДшники перебирают его. Вот нахуя ты грипаешь сюда человека, нахуй? Долбоеб на ДК, скажи, пожалуйста, в мелизоне. Больше не делай так, потому что ты ломаешь Т4, ребята. Когда красным сюда крепишь. Сейчас соберется райд и будет вам мешать. У нас и так там договоренности, блин. Чтоб никто никому не мешал. Шип быстро заливаем. Стаки пуржим. Косты сбиваем. ДДР, ДД, в шип больше ДПС. Это косты пуржим. Геры по КД давайте. И не разливайте. Стаки пуржим. Косты сбиваем. Я думаю, шаман должен управляться. Ему помогайте, если что. Что опять? Чего он туда идет? Ну танки, ну пипец. Танки, выводите его с лужи. В одну сторону ведите. Если вас шотает, пускай ДД забирает с вас. Я мертвый, я не могу за всем следить сейчас. Шип быстро заливаем. Танки из лужи выводим. ДДР, ДД чисто шипы. 100%.
Вы можете на танках определиться, вы выводите по часовой или против часовой? Они уже все вот так, они ведут и ведите его вот так. Танки все в ромбике водите. Вот ромбик у вас метки есть, кто не знает, пускай он ведет. Управляющий, вот так ведите его. Далеко сейчас не уводить. Шип быстрее, ДДР, ДД забиваем. Чтобы босс не отхилился у нас. Все, выбегаем быстренько из лужи, бьем босса. Звездочка, что ты делаешь? Звездочка, веди к ромбу, не надо его туда идти. Идите за ромбом. Блядь, долбоеб на варе, куда ты идешь? А, он умер, все хорошо. Агрить его, выводить его от лужи подальше. Шип заливаем. Ребят, здесь ничего сложного нет, здесь просто отводить его постоянно, по КД, вот таунт, и все. Танки, определитесь, вы вот идете в эту сторону, так и идите туда, не надо его никуда перерывать. Быстрее заливаем шипы. Кто-то таунтит просто. Звезда, блядь. Мне прям, ну, не нравишься. Ну кикни его нахуй, все. Рага нахуй. Выводите его дальше туда. Рага, ты меня слышишь, на? Он у тебя, во-первых, не в Дискорде, а во-вторых, делай, что хочет. Выводите быстрее, услужи. Чаши появятся. Шип не появился, не вижу. Выводите его, служи. Вот шип, быстрее, служи, выйдите все. Выйдите его и убейте шип. А там хуй выведешь, он таунтит этот вар. Он, ну, таун, я вару сейчас кликнул. Да, вар уже все правильно делает. Все, побежал звезда, да? Да, он рядом с ромбиком бегает. Все, быстрее, забиваем этот шип, косты ему сносим. И пуржим стаки с босса. На тотемчик-то ходит. Кто умирает, тот встает быстрее, добегает сюда. Герб постоянно давайте. Косты пуржим. Далеко не ведите. Танки водят тогда, только когда появляется лужа. Все. Остальное время стоят, блядь. Дайте ДПС, чтобы дали босс. Здесь босс надо на время, блядь. А лужа из лужи выводим быстро, да? Погоди, из лужи выйди и быстрее заливаем шип. Что говоришь? Лужа — это когда он землетрясение кастует? Ну вот, желтый круг, видишь, это, блядь. Я не знаю, у меня ни аддон не пашет на него. Ну, я просто его каст читаю, вот сеть — это просто АВЕ. Может быть, быстрее шип заливаем, в босс заливаемся. Что здесь не надо рассасывать, здесь, если времени уложились, все, без лута остались. Все, тормози, здесь его бьем. Танки меняются, чтобы вас, ну, не шотал постоянно. Прожимайтесь там, как можете. Косты пуржи, шаман. Хилам заливайте ману. Гимны, не гимны там отдавайте. Вот это что за туловище? Джоракс. Что за Джоракс? Там как бы шпиль появился. Шпиль заливаем быстро. Ренегат какой-то глупенький. Так, поржим боссу. Гера давайте. Падает, потому что люди постоянно из лужи выводить сразу. Смотрите аккуратно. Жительное землетрясение называется. Выводите из лужи, таунтите его быстрее из лужи. Все дружно выбегаем из лужи, чтобы не умирать там, хилов не просаживать. Чтоб шипы там не резались у нас. Вот здесь где-то его держи. Нормально. Я разрешу только не вставать тем, у кого квест на ляме. Когда у него ХП лям останется. У вас шпиль появился. Шпиль быстро залили сзади, развернулись. А хули он там сделает?
Там же далеко рассасывается у нас рейд. Шаман, собачка, почему ты АФК? Танк выведи, пожалуйста. Кстати, пуржить. Кто умирает, встает, добегает. Быстрее бы это, залили шип, больше ДПС в шип. Гимны отдавайте на ХП, на ману. Хилы просаживаются. Гера отдавайте. Потому что все равно умирают люди. Сейчас еще один шип, значит, будет. Не убьем его. Крогу сюда затянули, быстро крогу залили. Он не резал нам. Танки, шип, танки. Шип спереди появился. Танки, уводите его из лужи к шипу быстрее. Быстрее уводите. Выводите, выводите, быстрее, быстрее. Все шип заливаем. Косты шипу сносим. Выводите его, танки. Кто умер, встаем, быстрее добегаем. Стаки, блядь, ну что вы делаете? Стаки пуржим. Шаман, стаки, стаки пуржим быстрее. Я пилил-то, блядь, упал. Помогайте ему это, блядь. Шаманы, блядь, все пуржите стаки, ему помогайте. Локи, петов на пуржине стак. Ребят, осталось 13 минут, не тупите. Шипы заливайте, из лужи выводите, стаки пуржите, косты сбивайте. Все. Больше здесь ничего от вас не требуется. Кто умер, добежал быстрее. Вы просто сами себе, ну, вытяните время. Не будете косты сбивать, стаки пуржить. Шпиль быстрее заливаем. С босса элементарный. Дживс у кого есть, поставьте. Быстрее, больше ДПСа в шпиль. Вы его не передамажите боссу, пока шпиль не умрет. Косты шпилю сбивайте. Быстрее, быстрее, быстрее сбиваем. Быстрее, быстрее, давайте. Из лужи убегаем, быстрее босс. Танки падают рез. Сейчас поставлю дживс напереди. Впереди. Вот дживс, сразу танки чинитесь. Так и пуржи не забываем. Шпиль. Появился, есть ДПС шпиль. Танки, отводите его от шпиля. Он здесь не кастовал, народ. Хилы просаживаются. Таунтите, таунтите его, танки. Вот он сейчас топнет, опять бросает половину рейда. Тотемы ставьте, шаманы на ману себе. Все, ДПС, босс. Танки, выводите его отсюда, от лестницы, подальше. Видите, видите, стаки пуржим. Гер даем. Видите, видите его. Все, кто умирает, не встает. Все, забили хуй и добьем босса, пожалуйста. Быстрее добиваем босса. Все, молодцы. Так, один анролл аукцион. Без разницы, что. Дайте, кому надо, что. Анролл аукцион это 5к. Это на любую шмотку анроллит. 5к есть. Кто больше даст? Кто кому что надо. Этот шмот будет апаться. 6к. Дальше. Давайте только побыстрее, чтобы людей не задерживать. 10к. Дальше. 11. 11к. 12к. 15. 15 косарей. На что ты даешь? 15 косарей раз. Кто даст больше? 15 косарей два. Побо даст больше 15 косарей 3. Все, я тебе анроль карту. Карта, ну, она уходит в 2 раза больше. Так.
Сейчас я ее себе скину. Потом дашь мне обмен. Так, ролим, щит, танки. Восемьдесят три. Все, отдаю танку, выиграл, молодец. Так, где ты? Ипать. А этот маунт летает, кто знает? Нет. Дальше ролим. Вот это. Светоч, искры. 76 лок. Дальше. Это шмот будет апаться. А когда он апаться будет? Благо. Вроде 13-го хотели. И потом как он апнется? Ну, типа там надо будет так же на реборну? За баджи там, мне кажется. Ну, Black Hole. Пятый пати. Все, отдаю Black Hole. Так, тринет ДДшная. Пароль. Так, вижу 97. Как хман. Вижу 100. Молодец. Очка, спасибо. Абайбиск. Абайбиск. А на кого она вообще идет, эта триня? На миликов. На мили ДД. На всех прям. Ну, блядь, да. Кому крит нужен? А крит нужен всем. Так, все. Давай байбиску. Молодец. Так, маунт, ролим. Кто? Глок, вижу. Уже равно что. Глок. Глок, глок. Где там, дружок? Глок. Поздравляю тебя, Глок. Глок. Так, все, там обмен, шаман, давай кидай. Вот я отошел. Все, Полинор. Поздравляю тебя, Полинор. Спасибо за рейд. Все, всем удачи. Такая карта уходит за 70 косарей обычно.